Международное партнерство в изучении иностранных языков. Этой теме посвящено мероприятие, организованное в сотрудничестве с Агентством по популяризации изучения иностранных языков. Состоялась также презентация с участием представителей Cambridge Assessment International Education. В рамках пресс-конференции представители сферы образования, а также СМИ были проинформированы о системах тестирования TKT и LanguageSkill – Teaching Knowledge Test. Это кембриджский тест, созданный специально для преподавателей английского языка. TKT фокусируется на проверке знания методики преподавания иностранного языка и основных направлений преподавательских знаний, необходимых им при проведении занятий. Данный тест также является общедоступным и соответствует международно признанному стандарту теоретических знаний – профессионального педагога английского языка. Что касается LanguageSkill, то это удобный и автоматизированный онлайн-тест, предоставляющий возможность быстро и точно определить уровень владения языком на конкретный момент времени. В основе тестирования лежит многолетний опыт экспертов Кембриджа, а также современный искусственный интеллект. Главная тема у нас была внедрение многих международных тестовых систем в тестовую систему Узбекистана. На данный момент у нас существовало только IELTS, и чтобы не останавливаться только на этом, мы добавили также TKT и LanguageSkill. Работа сейчас идет очень активная, и сейчас уже на данный момент мы увеличили знания иностранных языков для студентов также, а также для учителей. Сейчас учителя продвигают свои знания, и сейчас они получают сертификаты на уровне C1, что означает, что им будут даваться надбавки для заработных платы в 50%. Владение иностранным языком становится одним из необходимых навыков каждого учителя наравне с его профессиональными качествами, так как знание языка открывает доступ к большому потоку неограниченной информации и возможностям. Проведенное демотестирование не только ознакомит с новой методикой проверки знаний, но и подготовит преподавателей к предстоящему тесту, а сама сдача покажет уровень владения английским языком.